Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите прохождение челленджа Апокалипсис, и посмотрите, какой у нас тут колоритный мужчинка. Ёлки-палки, каких колоритных персов генерит моя игра, но, к сожалению, они нам не подходят. Вот такой вот муниципальный инспектор к нам пришел. Мало того, что взрослый, так еще и мужчина. Да, была бы женщина, было бы, конечно, ну, желательно не взрослая, конечно. Было бы просто замечательно. Так, Ты белье повесила, дорогая моя? Покажи. Да, слава богу. В общем-то, сегодня у нас был довольно-таки тяжелый день, ребята, потому что вот у нас вторник, 5 часов вечера, и все, что делали мои симы целый день, это поднимали нужды. Хотите верьте, хотите нет, но действительно так и было. То есть они проснулись все вообще в дрободан. То есть у них все по нулям. Гигиена, досуг, общение, там вообще питание. У них все просто по нулям. Это просто, если честно, был какой-то капец. И вот только недавно. Так, ты куда пошла? Нет. Давай, пожалуйста, будешь энергично боксировать. Вот, Алиса, давай, тебе надо уже закрывать твой фитнес, потому что ну сколько уже можно. Так, а ты чего? А, так, ты в душе, подожди. Так, мне кажется, или ты хочешь... А, идеально пропылесосить. Мне показалось, что там иконка плавания. Я уже думала, сейчас ругаться буду. В общем-то, да, у нас просто симы целый день действительно поднимали нужды. И, как вы можете заметить, до сих пор они не прям, чтобы там супер в порядке, да, то есть вот, например, у Беатрис у нас жуткий дискомфорт, все равно, хотя тут у нас идеальная чистота, но она вот просто, вот у нее отвратная сантехника, плохое окружение, но это, наверное, из-за того, что у нас вот тут вот надо еще все помыть, да, с бельем у нас проблемы, но вот наша Ракель пробовала стирать. Что такое? А, господи, это Лиса, я думаю, боже мой, что за вопли, что за... Я уже перепугалась, думаю, это какие-то призраки или что? Я уже не знала, что и думать, а это у нас тут просто две лисицы между собой общаются, развлекаются, вообще прекрасно. Просто прекрасно, я считаю. Так, солнце мое, у тебя жуткий дискомфорт, это, конечно, кошмар какой-то. Давай, может быть, ты тогда возьмешь... Нет, возьмешь ты убрать и помыть вот это вот все. И пойдешь к груше. Я уже просто, знаете, уже не все потребности им привожу как бы в порядок. То есть я уже понимаю, что просто надо отправлять к груше, иначе это может продолжаться просто до бесконечности, что мы вот так вот целыми днями будем поднимать нужды, и, собственно, на этом все. Так, и ты, дорогой мой, давай тоже спускайся сюда. Вот тут у твоего братца уже третий уровень в навыке фитнеса. Давай и ты догоняй. Так, ты стала наконец-то счастливая. Я думаю, в принципе, тоже можешь уже тогда сюда идти отправляться. Отлично. Люблю синонимы. Так, давай, пожалуйста, вот упражнение на выносливость. Ничего не знаю. Да, и Джулия у меня пока что на рыбалочке, потому что у нас, в общем-то говоря, не так-то много рыбы. Как оказалось, мы не можем готовить жареную рыбу. Да, наш дом вообще ничему экологическому не соответствует, можете в этом даже не сомневаться, это, в принципе, понятно. Так, что такое? Ну вот с этими стаканами воды дурацкими. Ой, кстати, мы куклы не убрали. Давай поубираем куклы. Я что-то вообще про это забыла, потому что на самом деле, ну вот столько работы. Просто пока этих всех симов поотмываешь, да, вот эти вот 6 штук, да, то уже реально пройдет полдня. Так, Беатрис, давай их все, харе читать. Что такое? Это я? Я в шоке. Я просто в шоке, ребята. Ну, мне, конечно, безумно жаль лисичку. Я так люблю лис вообще по жизни, боже, это очень грустно на самом деле. Бедный наш Вейлон, он пришел к нам еще совсем молоденький, совсем взрослый, а вот тут уже и за ним костлявая пришла. Блин, как же жалко. И, боже мой, Марии тоже пожилая, кстати. Посмотрите, она так смотрит на это все и грустит. Ой, ребята.
Какой кошмар! У нас еще и лисы тут на участке умирают. Это же вообще какой-то капец. Ну давай уже, забирай. Забирай лисоньку. Вейлон, конечно, у нас был не совсем, чтобы прям приличный лис. Он у нас воровал нашу еду. Но я думаю, что мы это, конечно же, ему все прощаем. Ой, так, что-то я вообще расстроилась. Давай тренировать удары. Вот, я пойду провожать Вейлона в мир иной. Уже и за коровкой скоро нашей придет, костлявая. И за Джулией. Ай, короче, часто в гости она у нас будет. Да. И что, у нас тут останется что-нибудь? Нет, я думала, может, еще и могилка останется, но нет. Так, отлично, у Рэндала у нас уже третий навык фитнеса тоже. Так, Джулия, ты у нас дома, я надеюсь, да? Ты у нас дома, отлично. О, здравствуйте, вы у нас решили книжечку почитать? Пудинг на орбите. Какая милота. Просто, господи, боже мой. Поставлю вот эту вот на превьюшку. Думаю, да, чтобы вы сразу думали, что случилось. Не понял, что случилось. А серию назову, пожалуй, «Неожиданная смерть». Вот тогда вообще будет кликбейт, что называется, да? Вот тогда вообще будет стопроцентное внимание к этой серии. Так, что ты хочешь? Почистить хлев? Ну, давай, зайчик, почисти хлев. Почему бы и нет? Вот, ну, может быть, вы уже пойдете. Нет, вам нравится у нас в гостях, да? Так, что это такое? Так, подожди ты, стакан воды, да перестань, ну в самом деле. Стоит только подпустить ее к раковине, все, вот это вот сразу начинается. Так, Алиса, давай боксировать. О, Гидри прямо из-под земли вырос, прямо перед Алисой, да? Вот так вот, прекрасно, все, у нас все 5 груш заняты. Джулия, кому поможешь? Кому у нас Джулия поможет? Давайте поможем, наверное, Алисе, чтобы она потом, в свою очередь, могла наставничать у всех остальных наших ребят. Господи, боже мой, пожалуйста, я тебя прошу. Видите, что творится? Вот почему у них такие плохие нужды, ребята. Потому что вот просто, видите? Итак, вот просто посмотрите, как ее колбасит. И потом я трачу целый день на то, чтобы просто-напросто поднять им эти нужды. Вот из-за этого вот испуга дурацкого. Так, что такое? А, это молоко, наверное, было испорчено немножко. Так, Алиса, что случилось? Растянутая мышца? Да ладно. Ну, серьезно. Я думала, ты добьешь до десяточки свой навык. Господи, боже мой, все никак она его не добьет. Но 9-й уровень, Алиса, но это уже даже не смешно, если честно. Ладно, иди тогда хоть это в шахматы поиграй, я не знаю. Джулия, давай, знаешь что? Давай мы тогда поможем. Ну кому мы тогда будем помогать? Давайте, может, малым будем нашим помогать? У кого тут хуже дела обстоят? Хуже дела обстоят у Рэндала. Рэндал у нас наследник. Маразматиком он стать просто не имеет права. О, господи. Джулия, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста, радость моя. Иди сюда, я тебя умоляю. Вот эти вот еще кучи белья. Просто, боже мой, мне кажется, мы никогда с этой стиркой не разберемся. Давайте я их, наверное, пока поперетаскиваю, потому что это же просто невозможно. Да, это же просто невозможно, эти кучи белья дурацкие. Давайте я их вот сюда отправлю, да, чтобы тут у нас ничего не портило, так сказать, нашу атмосферу. Ой, да, конечно, жалко Вейлона, жалко нашу лисоньку. Ой, вообще, я расстроилась, короче. Реально я расстроилась. Но что поделать? У нас еще Мари, скорее всего, тоже на нашем участке откинется. Я чувствую, мы тут вообще целое кладбище из лис у нас тут скоро образуется. У всех растянутые мышцы, всем плохо, все вообще что-то ничего не могут делать. Какой-то кошмар один сплошной. Сложно, ребята, сложно. Что-то пошло, все поехало. Как-то, если честно, предыдущие дни было намного проще. Так, что ты делаешь? Какой кусок глины? Наша Алиса слепила ламочку.
Боже мой, какая прелесть, только на это посмотрите. Ой, блин, Сима, я с вас просто не могу. Так, ладно, я поняла, мы не сможем это зафотать вот так. Давайте тогда хотя бы как-то, наверное, вот так. Ламочку она слепила. Так, все, я убираю этот кусок глины. Мне это просто надоело. Я убираю его в багаж семьи. Я не знаю, почему я не сделала это раньше. Вообще без понятия, откуда они его берут, если честно. Просто вот берут и все. И начинают лепить из глины. Так, почитать что-нибудь. Все. Слушайте, мальчишки, мне кажется, у вас прям очень туго фитнес идет. Вообще-то, вам осталось 10 дней до взросления. У вас только по третьему уровню. Это как бы совсем нехорошо, мне это совсем не нравится, если честно. И да, кстати, я думала, что за подростковый возраст мы будем также прокачивать не только фитнес, но и наши рабочие навыки. Но, ребят, вообще никак мы это все не успеваем, просто от слова совсем. То есть, вот я же говорю, целый день тратиться на то, чтобы поднять нужды. И на этом все. Видимо, даже смерти стало настолько жалко наших макинтошей, что она решила, ну, как бы, надо как-то помочь. Ну, хотя бы бельишко помогу им снять с этой веревки, да. Сломался холодильник. Отлично. Это значит, что нашей Беатрис будет чем заняться. У нее, кстати, где механика? Вот, 5-й уровень механики, уже даже почти на полпути к 6-му уровню она, так что просто супер. Эту ступеньку для ее работы мы точно сможем закрыть. И это прям меня очень сильно радует. Вот, кстати, что у нас с растениями нашими? Потому что... А что, ты вообще ничего не можешь? Не обладая достаточно навыками садоводства? А, понятно. То есть они у нас как бы в укрытии. И что, это значит, что они у нас вообще расти не будут? Или что? Как бы до тех пор, пока не настанет у нас весна. Я вот как-то... Не очень поняла этот прикол, но будем наблюдать. Помните, я вам как-то говорила, что у нас у Беатрис не сложились отношения с Алисой, и все, что бы они ни обсуждали, все было не в попад. А теперь просто посмотрите на шкалу отношений между Беатрис и Роем. Это, между прочим, родные брат и сестра. Ни друг, ни враг, просто так, знакомый. Это вообще нормально, ребята, ни одного действия у них сейчас не прошло. Ни одного дружелюбного действия у них не прошло. В общем, я не знаю, в чем проблема, но очевидно, что, ну ладно, у Роя у нас характер тяжелый, это как бы понятно. Он у нас задира, то есть ему нравится придираться, вот. Но у Беатрис... У нее толком нету никаких отрицательных черт характера вообще. Она инсайдер, на минуточку. Она инсайдер. Но, тем не менее, этот инсайдер просто ни с кем не хочет идти на контакт. Кроме, знаете кого? Кроме своей сестры-близняшки Ракель. Вот у Ракель и Беатрис... Господи, а где это посмотреть вообще? А, вот тут вот. Я уже вообще забыла, где что находится. У Ракель и Беатрис отношения просто на максимуме. Вот просто развиты 100%. Они друг друга понимают, как, я не знаю, как никто другой. Они постоянно вместе общаются, у них все идет в плюсы, у них все замечательно. Что касается других братьев и сестер, у нашей Беатриской просто какие-то, вообще, посмотрите. Она ни с кем не дружит, кроме Ракель и Бларфи. Плюшевый медведь и сестра-близняшка. Ну, и с мамой еще она хорошо дружит. Все. Ну, с папкой даже толком у нее нет тут отношений. Ни с Рэндаллом, ни с Алисой. С Роем вообще тут просто кошмар какой-то. Вообще ни с кем из братьев и сестер больше она на контакт не идет. И я, если честно, просто в ужасе. Вот как Беатрис сейчас в ужасе, вот точно так же я в ужасе. Вот видите, он спросил у нее, как прошел день. Вообще, нифига, все в минусы, все, я не знаю. И, ну, то есть, я не понимаю действительно, почему, вот видите, он уже кричать. Все, Рой это достало, Рой уже хочет на нее наорать, ну да, Рой у нас тоже тот еще фрукт, конечно. Мне будет очень интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Совсем скоро Ракель будет иметь день рождения, ага, 2 дня, значит, осталось девочкам.
Если вы вдруг думали, что это как-то зависит от мудлетов или от эмоциональных состояний, то нет. Я просто отправила Беатрис пообщаться с Ракель, и абсолютно все действия, которые я ей дала, они все пошли в плюс. Вот просто, абсолютно каждое действие пошло в плюс. И респект, и уважуха, и обсудить интересы, и вообще все что угодно. Тем не менее, когда те же самые действия я давала по отношению к Рою, то они и пять друг другу не хотели давать, носы воротили, и вообще. Я не знаю, ребят. Это очень, конечно, интересно, но выходит у нас, что есть два противных персонажа. У нас в семье это Беатрис и Рой. Ракель, она какая-то, я не знаю, несмотря на то, что она плохо тоже, она очень плохо ладит с Роем, но тем не менее, мне кажется, что она больше, знаете, по такому принципу, вот куда сестра, туда и она, вот почему-то мне Ракель такое видится. А Беатрис у нас, вот видите, она, мне кажется, она уже начинает со своего подросткового возраста, начинает оправдывать свою карьеру будущую, преступник начальства, да. Вот, и Джулия, кстати, где ты? А что ты вообще тут забыла? Хотела помыть посуду, но что-то пошло не так, да? Сейчас ты наверняка это сделать уже не сможешь. Ну, тут вот тогда вот это можно будет сделать. В общем-то, да, мне кажется, что Ракель, она просто вот как бы поддерживает во всем свою сестру. И вот если Беатрис у нас плохо общается с Роем, то значит, и она его будет как-то игнорить. Вот, потому что они вот... как, я не знаю, как единое целое какое-то. Ну, в общем, вот такая вот у нас в семье ситуация. Знаете, если бы я абсолютно случайно не обратила внимания на темный силуэт у нас под домом, то у нас только что бы произошел не очень хороший момент, я бы пропустила смерть какао. Ребята, представляете, пришла смерть за нашей какао, боже мой, можете вы себе поверить или нет, я буквально только что отправляла Джулию, чтобы она ее погладила, чтобы она ее подоила, то есть мы с вами получили, скажем так, уже последние, получается, 6 бутылок молока, потому что в следующий раз мы сможем купить новую корову только в воскресенье, а у нас сейчас только середина недели, и вот только-только Джулия ее наобнималась, вообще с ней нагладила, вот только она от нее отошла, и тут приходит костлявая. Я просто в шоке, если честно. Очень, конечно, грустный момент. Это первая коровка в нашем апокалипсисе, и, в принципе, это первая коровка в Sims 4, то есть первое вот такое вот интересное животное, да. Какао наша отправляется в мир иной, там наконец-то ей будет хорошо, там она отдохнет от вечного воспроизводства молока, так скажем. Да, я буду по ней, конечно, очень скучать, хотя я понимаю, что у нас в апокалипсисе будет еще много-много коровок, но все-таки какао у нас была самая первая, поэтому, конечно же, она особенная. Я к ней могу сказать. От чистого сердца очень привязалась, очень привыкла, и не представляю, как сейчас мы будем без этой чудесной животинки. Но, тем не менее, к сожалению, пришла пора ее отпускать, да. Сейчас Смертушка ее заберет, скажет ей, ну что, дорогая, пойдем, я провожу тебя в лучший мир, наконец-таки ты будешь отдыхать, перестанешь кушать этот... злосчастный апокалиптичный песочек, я тебя провожу туда, где ты будешь кушать вкусную зеленую травку, и все у тебя будет хорошо. Вот так вот. Вот так вот у нас говорит смерть, и мы провожаем нашу какао в последний путь. Я, если честно, не думала, что это случится прям вот сейчас, в этой серии, но тем не менее, да. Все, ребята, время побежало, и забрали нашу какао. Вот так вот, все. Хлев у нас сейчас пустой, и купить животное мы сможем только в воскресенье, получается. Ну что ж, будем ждать, и пока что будем скучать, будем грустить. Но я очень рада, что Джулия успела у меня ее погладить, успела с ней побыть напоследок. Это вот прям действительно судьба, что так случилось, потому что я не ожидала, что какао нас покинет прямо сейчас. И да, я отправляю Джулию на работу, конечно же. В общем-то, кстати, небольшой интересный факт. Сейчас вам расскажу. Вот этот вот кусочек серии я записываю
спустя полтора месяца с того момента, как я записывала все те события, которые вы смотрели до этого момента. Да, можете ли вы себе представить? Вот такой вот небольшой интересный факт. И да, я тут монтировала, пересматривала, в общем-то говоря, что я там наснимала, о чем говорила. И последнее, о чем я вам рассказывала, была наша ситуация, которая происходит в нашей семье. Наша такая внегласная, немножечко холодная война между Беатрис и Роем. И, в принципе, получается, между двойняшками, между близняшками-девчонками и близнецами-парнями. Вот у нас две касты такие образовалось, так сказать. И когда я монтировала, я упоминала о том, что вот Беатрис у нас начинает проявлять свой собственный характер, да, то есть, который ассоциируется, в принципе, с карьерой преступника, то есть с таким серьезным мафиози, который, знаете, вот кулаком по столу стукнет, и все, и в постойке смирно станут там десятки амбалов широкоплечих. И как только я произнесла это слово «карьера», до меня вообще как будто бы, вы знаете, спустя долгое время дошло, снизошло на меня озарение. И я поняла, что на самом-то деле, ребят, ведь если так подумать, а в каких карьерах у нас работают наши ребята? Правильно, в совершенно противоположных друг другу. Беатрис у нас будет закрывать карьеру преступника, ветку начальства, а наш наследник, наш Рэндалл, будет закрывать что? Правильно, полицейского. А с закрытием полицейского, если вы помните, у нас приходит, ну, такое, конечно, не совсем еще полное, до этого нам далеко, но, тем не менее, какое-то довольно значимое освобождение от мафии, ну, от некоторых таких каст, скажем так. И кто это у нас тут такой бежит интересный, и от чего это вы бежите, хочу я спросить у вас, что вас так напугало, прекраснейший молодой человек, расскажите, пожалуйста, нет, вы не хотите нам поведать свою историю? Нет, он просто исчез. Интересно, что его так напугало. Может быть, у нас тут уже, знаете, вторая волна апокалипсиса, а мы-то и не в курсе. Мы спим ангельским сном, у нас все хорошо. В общем-то говоря, да. Так сложилось, что у нас в одном поколении, вот у нас брат, да, родные братья и сестры закрывают абсолютно противоположные карьеры, которые друг другу противопоставляются. Преступник и полицейский, то есть как бы Беатрис у нас будет работать в месте, которое является апогеем преступности, она будет действовать за, скажем так, такую власть над миром путем, например, там, я не знаю, запугивания какого-то или еще что-то того, то есть держать этот мир нужно в железных рукавах, в железных рукавицах, скажем так, по ее мнению, и она довольно-таки непростой человек у нас получается, довольно-таки, я бы не сказала, что она сильно какая-то жестокая или еще что-то подобное, но характер у нее довольно-таки непростой, мне кажется, довольно-таки жесткий будет, особенно после того, как она уже, знаете, станет таким матерым преступником, уже ближе к последним ступенькам карьеры, там уже характер окончательно сформируется. А наш Рэндалл является человеком, который будет всю ее шайку-лейку, всех ее сотрудников, всех ее братьев по оружию, так скажем, отлавливать и отправлять за решетку. И понятное дело, что тут конфликт, ну, в принципе, неизбежен, потому что две абсолютно разные позиции на мир, абсолютно два разных взгляда на жизнь, на то, как все должно быть устроено. И вы, возможно, спросите, но при чем же тут Рэндалл, если как раз-таки с Рэндаллом еще Беатрис более-менее кое-как через пень-колоду общается, а не дружит она как раз-таки с Роем. С Роем у них очень тяжелые отношения, но здесь, я думаю, ребята, все довольно-таки просто. Рэндалл у нас, конечно, холерик. У него могут быть там какие-то перепады настроения, да, то есть у него такой характер, что он может где-то там что-то психануть, где-то что-то там, я не знаю, взбычиться, вот, подняться на дыбы, так скажем, и как-то устроить небольшую взбучку. Но, тем не менее, он против каких-то прямых конфликтов, то есть он никогда в жизни не будет там назло что-то делать, не будет кого-то оскорблять или обижать намеренно. Что касается нашего Роя, то я хочу вам напомнить, что он не просто холерик, да, то есть это не просто человек, который вот такой, может быть, немножечко с перепадами настроения, он у нас именно задира.
И Рой — это тот самый Сим, тот самый персонаж, который приходит как раз-таки в восторг от возможности с кем-то поругаться, с кем-то повыяснять отношения. То есть, я думаю, вы прекрасно знаете эти мудлеты, приносящие счастье, да, когда персонажу за дерево удается кому-то нахамить, нагрубить, в общем-то говоря, сделать кому-то не очень хорошо. Рой у нас такой вот действительно персонаж с немножко, возможно, даже и немножко паскудным характером. И, естественно, он будет за брата. Естественно, он за брата, потому что они близнецы, они двойняшки, они как бы Рой и Рэндалл, точно так же, как Беатрис и Ракель, это у нас одно целое, вот. И поэтому у нас получается таких две банды, женская и мужская. Вот, Ракель у нас как-то более-менее пытается поддерживать Беатрис. Ну, хотя она, конечно, я думаю, вообще в принципе против каких-то накалов страстей в семье, потому что это совершенно никому не нужно, это не очень хорошо. И в нашем жестоком мире, наоборот, нужно всем держаться вместе, как бы, да. Но вот тут сложилась такая, как мне кажется, очень интересная действительно ситуация между этими ребятами. И мне действительно, знаете, стало так любопытно, что вообще будет дальше, что из этого всего получится. Вот, и я думаю, что Рой это тот самый персонаж, который как раз-таки, в отличие от Рэндала, не будет молчать. Он, вот знаете, персонаж, которому нравится как-то провоцировать людей, и я думаю, он с огромной радостью будет там, не знаю, невзначай, знаете, как проходить мимо, допустим, Беатрисы, и как-то решит ее кольнуть, как-то сказать ей, типа, ну что, ну что, наша маленькая мафиози, да, мол, скоро всем твоим собратьям придет конец, да-да-да, у нас тут великий полицейский растет, так что давай отсчитывай дни последние свои, ну, что-то около того. Конечно же, это не значит, что Рой у нас ненавидит Беатрис, что он испытывает к ней какое-то презрение или еще что-то такое. Абсолютно я этого не хочу сказать и совершенно не подразумеваю это. Просто вот такой персонаж. Ну вот просто паскудный характер. Ну, бывает, но что поделать, действительно бывает. Ничего тут уже не попишешь. И, возможно, он как-то относится к этому больше. Возможно, как-то с юмором, но вот нравится ему подкалывать, нравится ему подстрекать других. С этим уже как бы ничего не поделаешь. Вот такая вот и получается у нас ерунда. Вот такая вот у нас получается ситуация. И да, кстати, могу сказать, что это в каком-то роде даже на пользу, потому что нашей Беатрис для того, чтобы закрыть свою карьеру преступника, я вам напоминаю, нужен 10-й уровень в навыке пакости. Вот, я надеюсь, что та информация, которой я владею, она все еще актуальна, и что действительно нам это нужно будет. Да, собственно, нам нужно будет очень много пакостничать, вы сами понимаете, прокачать 10 уровней это довольно-таки сложно, тем более вот в таком навыке, который завязан только на общении с симами. И поэтому, я думаю, тут даже к гадалке не ходи, тут сразу понятно, к кому будут адресованы все ее пакости, кого она у нас будет вечно хлестать своим шокером наручным, да, компактным этим. Тут, конечно же, под раздачу у нас попадет Рой, поэтому я думаю, что между этими двоими стычки будут по-любому. Тут уже как бы, ну вот такая сложилась ситуация. Но что я могу сказать? Будем наблюдать за этим дальше, как будут развиваться события. Мне аж, знаете, самой так стало интересно, что из этого всего получится. Я надеюсь, что вам тоже будет это интересно. Ситуация сложилась довольно-таки необычная. И, в принципе, это очень даже хорошо, мне кажется. Да, поэтому вот даже в таком челлендже, как Апокалипсис, казалось бы, но, тем не менее, сама игра может вам вполне себе подкинуть какой-то сюжет. Вот. Да, ну и что ж, у нас тут, в общем-то говоря, продолжается рутина, продолжают заниматься своими делами наши силы, поднимать свои потребности. Совсем скоро я уже буду отправлять их прокачиваться к боксерским грушам, потому что надо, потому что надо. И могу сказать, что у парней, например, дела идут прям как-то совсем плохо, им осталось по 8 дней до взросления, а у них до сих пор вообще там совсем все плохо с фитнесом, третий уровень. Вот, я же, знаете, как-то даже немножко переживаю, что им не получится, что не выйдет у них так хорошо прокачаться, как, например, сестрам.
Вот, что они за подростковый возраст смогли добить по 8-му уровню, а возможно даже и у нас, например, Ракель вполне возможно добьет даже 9-й до молодости своей. Вот. И слушайте, такие интересные символы у нас ходят. А, все, я узнала этого мужчину. Это из города Хэнфорд-он-Бейли. Да, он-Бегли, вернее. Да, по-моему, так произносится название этого города. И да, что еще касается, что еще на самом деле хотела сказать, что касается нашего Рэндала, я думаю, вы прекрасно помните, что у нас действует ограничение красавицы и чудовища. То есть нам нужно будет выбрать ему в жены абсолютно чистую сгенеренную игрой симку. Я очень надеюсь, что у нас это получится. Да, кстати, давайте наконец-то устроим Алису на работу. Я давно это хотела сделать, и вот наконец-то руки это дошли. А, да, и какую же ей карьеру выбрать, я тут сейчас подумаю. На самом деле, я так подумала, ребята, у нас вот это вот второе поколение, тут у нас собрались одни сплошные читеры. Сейчас вам расскажу, в каком смысле и что я имею вообще в виду. А дело в том, что когда к нам переедет, жена нашего Рэндала, так, и какую же все-таки карьеру выбрать? Так, сейчас я подумаю еще немножко. Дело в том, что когда к нам переедет жена Рэндала, и когда появятся у них дети, то я думаю, вы прекрасно понимаете, что у нас будет полна коробочка, у нас будут заняты все 8 слотов. А это значит, что... Так, может быть, садовода Алисе выбрать? В принципе, учитывая то, что она у нас в подростковом возрасте была разнорабочим, вот, я думаю, это, в принципе, ее и садоводство, и разнорабочие, мне кажется, такие довольно-таки смежные карьеры, очень похожие, поэтому, знаете, давайте, может быть, действительно ей выберем садовода. Зарплата там вроде неплохая, да? Сейчас я посмотрю, ну да, неплохая очень даже зарплата. Ну, я думаю, почему бы и нет? Почему бы и нет? Все равно это ни на что не влияет, поэтому давайте Алису мы устроим на садовода. Вот. Да, отлично. Я определилась наконец-таки. И да, у нас будет полна коробочка. А это значит, что, когда у нас максимальное количество симов в семье, это означает, что правильно, это означает абсолютно свободный доступ к такому действию, как заняться в уху. Вот у нас и получается, что все наше второе поколение это просто невозможные читеры. Потому что, собственно говоря, поднимать себе настроение таким способом смогут абсолютно все. Смогут наши все девчонки, если они смогут найти себе вторую половинку. Если мне удастся им как-то организовать личную жизнь. Посмотрим, пока что загадывать не буду. Свободный доступ будет, конечно же, у Рэндала, понятное дело. Вот с Роем, да, с Роем проблемы, ну не то чтобы даже проблемы, я, наверное, даже была бы не против, если бы у него были бы дети. Вот, но естественно, что они будут проживать не в нашем доме. Вот, и учитывая то, что у него жизненная цель серийный романтик, то, знаете, мне кажется, дети на стороне, это, в принципе, вполне себе логичный вывод, который вытекает из того, что вот может у нас тут случиться, собственно говоря, да. Поэтому вот так вот. Но самый читер у нас, пожалуй, в этой семье это Рэндалл, потому что жена-то будет всегда под боком, любимая. Вот, поэтому вот так вот, вот такие вот у нас дела. Второе, это наше читерное поколение, да. Но, конечно же, до того момента, как к нам переселится его женушка, еще, наверное, не скоро. Я вообще не представляю, как мы будем ее искать, но ладно, будем уже решать проблемы по мере их наступления. А у нас тут, прошу обратить внимание, тем временем происходит абсолютно легендарнейший момент, а именно беседа между Беатрис и Рэндалом, причем она сама к нему подсела, я ничего не давала ей абсолютно никаких действий, она сама подсела к нему поговорить. И да, очень интересно, наверное, она у нас сейчас спрашивает у Рэндала, мол, ну что, ты как бы ты не передумал, да? Ты все еще собираешься идти в полицию? Так, Алиса, давай, пожалуйста, не капризничай, давай будем добивать 10-й уровень. Вот, потом тебе Джулия обязательно поможет наконец-таки это сделать. Да, в общем-то, ну что, как ты не передумал ли? Все равно пойдешь в полицию, да? Вот так вот. Ну, как бы да. А с чего я вообще должен был передумать, скажи мне, пожалуйста.
Ну, я так понимаю, что ты тоже не передумала идти в преступничество. Ну, нет, нет, я не передумала. Ну вот, точно так же, как ты не передумала, так и я не передумал. И что нам с этим делать? Как мы будем вообще с этим справляться всем, скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, Беатрис. Давай будем решать проблемы по мере их наступления. Я пока что не могу тебе ничего ответить. Не хочу нарываться на какие-то ссоры, скандалы. Я пока что не буду ничего говорить. Ну, понятно. Хорошо. Вот и поговорили. Вот и поговорили, называется. Прекрасно. Отличная беседа. Просто всем спасибо. Очередная тяжелая ночь, и здесь у нас происходит на самом-то деле то, чего еще не было ни разу за все эти дни. Темперанция у нас почему-то решила отыграться на Ракель по полной программе. Она ее выперла на улицу и просто начала рассказывать ей какие-то страхи, какие-то ужасы, запугивать, что Ракель она просто вот в страхе бегает туда-сюда. И я никак на это совершенно повлиять не могу, потому что, ну, там даже не было никаких, знаете, действий общения, например, которые можно было бы там отменить или перечеркнуть, то есть просто по дефолту она ее выгнала из дома и начала запугивать какими-то совершенно сумасшедшими рассказами. Просто кошмар, ребята, просто кошмар. И да, как-то опять нам тяжко сегодня. Наши симы, как мне кажется, не так уж хорошо прокачались, особенно в фитнесе. Ну, как-то, не знаю, не очень мне нравится. Вот каких результатов мы сегодня достигли. Ну, хотя бы, знаете, я закрыла гештальт тем, что Алиса у нас достигла 10-го уровня в навыке фитнеса. И на этом как бы спасибо, и то слава богу. Вот, но все равно, как бы, дела не очень. И особенно у пацанов, у них там только 4-й уровень фитнеса. Напоминаю, 8 дней до молодого возраста им осталось. Короче, я не знаю, ребята. И вот у нас тут опять происходит просто какой-то полный трэш и угар, да. Темперанция просто нашла себе жертву и измывается по полной программе. Просто супер гадкая женщина, больше мне сказать нечего. И да, ребята, наверное, на этом моменте я уже буду заканчивать эту серию. Хочу сказать, что я, конечно, не знаю, но я очень постараюсь выпускать хотя бы раз в неделю серии. Вот. Ну, по крайней мере, мне бы очень хотелось это сделать. И, возможно, они будут подлиннее, чем обычно. Да, это сегодня серия у нас такая какая-то очень длинная выходит. Обычно я стараюсь сделать их на минут 25, ну там плюс-минус, да. Вот. И да, может быть, если у меня получится все-таки как-нибудь по вечерам хотя бы наигрывать, то серии будут выходить примерно раз в неделю. Они будут побольше. Ну, может быть, минут там на 40-45, ну, такое где-то, да, такой хронометраж. Но я постараюсь в них впихнуть как можно больше событий, то есть, например, чтобы в одной серии у нас освещалась Симская неделя. Вот, мне бы очень сильно этого хотелось. Мне кажется, что, в принципе, такой формат был бы довольно-таки неплох, потому что апокалипсис у нас челлендж такой затяжной. Вот, стопориться как бы вредно в этом челлендже, поэтому. Ну, вот я бы хотела на такой формат его перевести. То есть, да, серии, возможно, не так часто, как это было раньше, ну, довольно-таки намного реже. Но чтобы они были побольше и, скажем так, поинформативнее. Ну, посмотрим. Ну, а пока что я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. Я надеюсь, что мы с вами увидимся совсем скоро. Ну, а пока что всем пока.